3DO.
информацию, возьми и спиди, сожги его до тла, когда принеси, я буду читать все сами. В ответ смотрю, да. Однако я не стану больше помогать ни тебе, ни Маэлю, делать что-то. Очень много всего, да, показываю просто. Что там плохо? Опа! И у него специализация на магии. И из-за этого этот петух... просто берет и, ну, не прощает, он кидает. 3D. Поэтому нет, его можно обыграть.
Сейчас попробую. Может проще на эфритов ешьте. Три страхов сегодня на первый раунд. Антимагия. Thank you.
этого врага знаешь какие статы, Егор? А, у него статы... 99. Ну что, Магри? Не, ну давай, давай сначала Вайли сделаем дело. Скажи, Зани, делай. Нашего родителя были ужасны. Тебе не знать, как далеко порой яблоки падают от яблок. Вот это вот единственное будет, но у меня шанс новой одежды. Должно быть, его предупредил сам Ангроза. Должен. Так, теперь вопрос, как мне так? Отправить. Ну, вот теперь пересмотрим. Ну давай. Ночи полные огня, палатка. Чего? Я не понял. По вашей походке видно, что что-то плохое случилось. Хорошая попытка, Андрей Сергеевич. Ну, препод так подкатывает круто, ну заебало. Ну, это преподавательский способ подката и отшивания, ну ты чего? Бро. Бро.
делаем антимагию, чтобы это, чтобы он мог создавать. Thank you.
тренером для старшего. XDDD, Егор.3DO.
режет spell damage. Ой, в смысле, дает возможность ходить. А как же... Все, конти майки. Шара?
убивает не только меня. Да. Да, мы твоя.
потом на 2, и на 2, и на 2. 4 раза на 2
твой расчет. Thank you.
а вот тут докатает тот же, который докатает. Ладно. Судишь, щит длинной храбрости, кольцо странника, сфера. И еще чувствую сами. Потому что тренд все равно много. Ладно, что тут сюжет? Теперь я понял, смятение молви Радикус, как сильно ошибался. Понял, что на самом деле заключался в дар едином. Неужели все до последнего смертные создания не дают жизни так сильно, как и ты? Ведь не год, не единственный мир, которым грозил опасность. Многие уже погибли. Я же Thank you.
дизайн-то хороший, да что? Может, не вот это не против. Я все равно считаю, что это слишком грубо по отношению к дракону там с 10-тысячелетней истории, но... деле в душе, чтобы я знал, кого искать.
он попереименовал, картинки как-то редактировал. Ее нельзя на лету редактировать, дурачок. Где? Сюда. Эрраникус. Эрраникус чуть правее вот этого места. А? Нет. А, подожди, а где герой? А где оранжевый? Да ивент-ивент, это ладно, а где герой-то? Слушай, куда герои дели? Где Раникус? Блин, героя нет, охренеть. Не могу. Блин, ну ладно, чё, давай искать. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Ну,